вас ценят, вас любят в Сланцах, вас ценят, вас любят в Ленинградской области и за ее пределами. Вы действительно один из самых активных наших творческих коллективов, которые принимают участие во всех основных мероприятиях. Спасибо вам за это. Я желаю вам творческих успехов. И спасибо, что ваш праздник, ваш день рождения, вы нам, зрителям, подарили такое красочное выступление. Лично меня оно тронуло до глубины души. Спасибо вам. С праздником. С днем рождения, Алиса. И еще один подарок. Вносите, пожалуйста, сертификат. Сертификат на поездку коллектива образцового 25-летнего. Это все вам. Владимира Станиславовича Петрова. Сегодня поздравить прекрасный коллектив с 25-летием. Символично, что это мероприятие проходит в канун Международного дня танца, который отмечался, ну, формально, как он говорит, да, вчера. Вот. И хочется что сказать. Владимир Станиславович всегда говорит, что самые талантливые дети живут в Сланцевском районе. Вот. Поэтому хочется поздравить город и всех жителей с этим прекрасным праздником. Ангелина Евгеньевна, вам новых идей, родители, вам терпения, уважаемые участники коллектива, мечтайте и усердно трудитесь на пути к своей мечте. За активное участие в культурной жизни города Сланцы и городского дома культуры и в связи с 25-летием благодарственное письмо депутата законодательного собрания вручается Голубович Марии. Они, но и на сцене уже говорили, что сегодня выпускники, мне бы очень хотелось, чтобы они вышли на первый план и показали себя во всей красе. Такой замечательный сегодня приз, я порадовалась, что я и сегодня увидела его еще раз. Спасибо вам, девчонки, большое. Николаева Екатерина. И на 50 лет и танцевать так же хорошо, как и сегодня.